Привет всем автомобилистам! Сегодня мы тестируем базовую модель навигатора от Prestigio GeoVision 4050. Как всегда, обзор делится на три части: комплект и держатель, основные функции и дополнительные. Максимальная оценка 5 баллов. Меньше — значит, чего-то не хватает. Вместе с навигатором в коробке нашлись автомобильная зарядка, составной держатель, кабель для синхронизации, инструкция на русском языке. Если вы купите этот навигатор у нас, то бесплатно получите карту памяти, пленку на экран и множество других подарков. Чтобы узнать подробности, звоните по телефону на экране или заходите на globex-gps.ru. Используется составной держатель. На задней стороне зажима есть разъем для стилуса. Стандартная штанга с присоской и шаровым креплением. Итого 4 балла за пассивный держатель. Зарядку придется подключать напрямую к навигатору. Основные функции. Корпус выполнен из черного матового пластика. Все сделано максимально просто и дешево. Зато отпечатков пальцев на корпусе почти не остается. Диагональ экрана 4,3 дюйма. Разрешение стандартное – 480 на 272 пикселя. Резистивный. Матрица стандартная. Яркость чуть ниже среднего. Динамик расположен сзади, довольно громкий, так что голосовые подсказки хорошо слышны. Через 350 метров возьмите левее. Второй съезд. Затем круговое движение. Кнопка включения сверху. Основные разъемы слева, наушники, карта памяти, встроенная 4 гигабайта, мини-USB. Емкость встроенной батареи 1500 мАч. Хватит примерно на 1,5 часа автономной работы. В качестве навигационной программы установлен Navitel 5 версии с подробной картой России. Все привычно по другим навигаторам. Предусмотрено 2 года бесплатного обновления карт. При желании навигацию можно легко сменить на любую другую. Поддержка пробок не предусмотрена. Итого 3,5 балла за отсутствие пробок. Дополнительные функции. Модель оборудована привычным набором мультимедийных возможностей. Музыка, картинки, чтение книг, видео. Поддерживаются неконвертированные авишки, но периодически картинка притормаживает, так что лучше кормить навигатор легкими файлами. Нет ни Bluetooth, ни FM-трансмиттера. Итого 3,5 балла. Функций откровенно немного. Подведем итоги. Средний балл Prestigio GeoVision 4050 – 3,6. Базовая модель с минимальным функционалом. Если хотите сэкономить по максимуму, самое то. Никаких явных минусов, помимо обрезанных дополнительных возможностей, я не нашел. Более подробную информацию вы можете получить по телефону на экране или на сайте globex-gps.ru. И помните, если навигатор не понравится за 20 дней, мы вернем деньги. Удачи!